И структура у них потери. Такая для них неблагоприятная. Что я имею в виду? Но вот из всех потерь они приближаются к оценке, которые можно назвать катастрофическими. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Вот. И обычно, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь процентов 25, ну, максимум 30. У них почти 50/50. Они целенаправленно химарсами били многократно по Каховской ГЭС. Вот что сейчас и делают.